скромность умерла, когда родилась одежда, утверждал великий писатель Марк Твен. В эфире самая модная программа Fashion is our profession, и я ее ведущая Ксения Голд. Сегодня в программе мы побываем в Москве на дне рождения дизайнера Доны Луны Венеции и журналиста, телеведущего, режиссера и продюсера Ивана Кононова, а также модном преображении в Сочи с дизайнером Тианой Вернер. Мировилле дель Мондо, чудеса света. Сегодня мы находимся в Москве в ресторане «Падишах» и отмечаем день рождения прекрасной Доны Луны Венеции и ее друга Ивана Кононова. Дона Луна, скажите, как вам удалось организовать в Москве? Вас не было здесь 5 лет, я вижу, что пришли очень многие ваши друзья организовать такое масштабное событие. Вы же сегодня говорили о том, что творчество Доны Луны Венеции – это продолжение замысла Творца. И все, что создано природой, совершенно само по себе. Я являюсь проводником в мире Творца, поэтому я создаю эгрегор, приглашаю людей. И даже если они не знают о том, что я приеду, они почему-то об этом узнают из разных источников. Есть такое вещество, называется эфир. Его убрали с таблицы Менделеева очень много лет назад. Эта информация передается по эфиру. Не эфиру телевизора, который вы смотрите и где вы делаете передачи, а эфир – невидимая субстанция, которая приходит как телепатия у каждого человека, и каждый человек хочет посетить этот прекрасный мир, где он может встретить свою вторую половинку, он может спеть песню, он может получить просвещение, он может стать тем, кем он является уже на самом деле. Поэтому философский камень магистериум – это очень важная субстанция. И Мировилле дель Мондо путешествует по свету, чудеса света никто не отменял. Поэтому мы продолжаем свое путешествие по свету. Вот сегодня мы находимся в Москве. Вас не было здесь 5 лет. Что, на ваш взгляд, поменялось? Ничего не поменялось. Все красивые, безумно красивые женщины, безумно щедрые мужчины, которых я собираю. И это прекрасный город, он живет своей жизнью, несмотря ни на что, что происходит, и мы стараемся каким-то образом создавать какую-то энергию любви и созидания. А вот вкратце расскажите о программе, которая сегодня ждала всех гостей. Программа была посвящена всегда философскому камню. Это мюзикл, это премия, это просто субстанция, которая вот творит то, что вы видите на самом деле. И здесь собралось действительно очень много людей, но закончились все места, и я уже даже не понимаю, где, что и как, но это было потрясающе. У нас в гостях была прекрасная женщина. А да, вот она, кстати. Богиня, я бы сказала, Аладдине. Она представила свою уникальную коллекцию, у нее сакральный театр, у меня ювелирный, у нее сакральный. Это белая магия, которая действительно умиротворила все это пространство. Поэтому я предлагаю вам взять слово Аладдине. Аладдине, расскажите о коллекции, замечательной коллекции, которую вы сегодня представили. Вообще не люблю очень рассказывать, потому что надо смотреть. Вот это шествие модели. Да, вот и надо посмотреть будет. Это шествие, это некая магия, это погружение. Я вообще считаю, что женщина, она может все. Она может быть в любом образе. И у меня коллекция очень разнообразная. От каких-то немножечко сумасшедших вещей, костюмов, до божественных, скажем так. Вот, потому что женщина, она вмещает в себя все. А вот давайте девушек спросим. Они приехали из Беларуси. Как вам понравилось мероприятие? Замечательный праздник. Огромная благодарность Доне Луне за то, что у нас есть такая возможность представить нашу страну на таком прекрасном вечере. Шикарный, изумительный вечер красоты, любви и счастья. Спасибо большое. И сегодня я хочу отметить, что мы вручили премии от Fashion Art Academy нашим участницам из Беларуси, а также короны. И ждем их и всех наших новых прекрасных дам на наших следующих мероприятиях. И Дона Луна сейчас скажет пару слов, что
где-нибудь состояться? Я хочу сказать о том, что мы продолжаем свое шествие по миру. Следующее мероприятие состоится в Минске. Это будет потрясающий проект, который посвящен фильмам, кино. Это проект, который делает Ксения Голд-Масалева. Я буду ей с удовольствием помогать, потому что она всегда помогает мне во всех мероприятиях. Мы приглашаем всех на красную дорожку. Это фильмы, это шоу, это фэшн. Минск, 31 мая, кинотеатр «Пионер», фестиваль «Золотой аист», кино, музыка, мода. Ну а также впереди нас ждут еще в Венеции. Нас впереди ждет. Для тех, кто хочет попасть в Италию на конкурс «Принцесса на одну ночь», это будет проходить в июле. И, конечно же, уже мероприятие, которое стало событием прошлого года, это Golden Luxury Party, которое я сделала в Венеции, оно будет в этом году. С нами будет прекрасный режиссер Алекс Вальц, он представляет свой фильм «The Golden Fish». Этот фильм посвящен золотой рыбке, золотое шоу, золотая рыбка. Вы сами понимаете, что за год я нахожу всех людей, которые имеют отношение к золоту. Но золотая рыбка – это не то золото, которое является дорогим металлом. Это сказки Пушкина. Этот великолепный режиссер, молодой, талантливый, снял этот фильм, и его признали, несмотря ни на что, на сегодняшний день на Венецианском кинофестивале. Поэтому всех призываю, всех приглашаю. У нас будет красная дорожка, у нас будет пресса мирового значения и, конечно же, сказочная ночь в Golden Luxury Party, где мы будем пить золотое шампанское. Где цветут цветы, там и надежда. Смотрим следующий сюжет. Всем привет! Меня зовут Яна Вернер, я дизайнер, стилист и фэшн-иллюстратор. Вхожу в топ 100 лучших дизайнеров страны и на 36-м месте среди самых стильных и успешных людей. И сегодня мы поговорим о модных тенденциях весна-лето 2024. Сегодня в гостях у меня прекрасная модель. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Марина Елшина. Я из города Сочи. Мне 60+. В настоящее время я нахожусь на заслуженном отдыхе. Мой секрет молодости – прост. Не унывать, быть всегда на позитиве и чаще улыбаться. Я практически всю жизнь работала на сцене в вокально-инструментальных ансамблях, солисткой и вокалисткой. Этому я посвятила более 30 лет. Я человек позитивный, веселый, жизнерадостный. Одной из главных тенденций весна-лето 2024 является классический и строгий стиль. Четкость линий и простота кроя идеально подойдет для этого периода. Если вы хотите добавить чуть-чуть оригинальности, можно выбрать пиджак в стразах. Для женщин 60+, я бы рекомендовала светлые пастельные тона. Их внешность будет казаться намного моложе и ярче. Говорят, в молодости человек выглядит так, каким его создал Бог, а в старости, как прожил жизнь. Женщину делают старые не морщинки, а отсутствие мечты и надежды. Внешность во многом зависит от того, какую песню поет твоя душа. Душа романтика не стареет. Следующий актуальный и популярный тренд, который является практически классическим, это, конечно же, леопардовый принт. Только в этом сезоне дизайнеры и стилисты рекомендуют надевать не просто леопардовую юбку, либо короткое леопардовое платье, а немного разнообразить образ, чтобы убрать излишнюю вульгарность. Леопардовый принт можно применить в куртке, как на данной модели, либо, допустим, выбрать леопардовые аксессуары – туфли, сумочку или шарф. Леопардовый принт актуален как для юных девушек, так и для дам 60+. Пятый.
самое популярное и классическое сочетание этого сезона – это сочетание черного и белого. Такое сочетание идеально подойдет на каждый день, ну и, конечно же, для вечерних мероприятий. Для более вечерних образов можно выбрать одежду с перьями, камнями и добавить различные украшения. Яркие контрастные сочетания уже не актуальны в этом сезоне. На подиумах вновь появился давно забытый градиент. Он прекрасно поможет скорректировать фигуру и разнообразить ваш повседневный образ. Выбор градиента остается за вами. Ну что, мы разобрали основные модные тенденции, а теперь мы узнаем, какой же образ понравился больше. Я так предполагаю, что буквально все образы мне подошли абсолютно. Но самый последний образ, он отображает мое внутреннее состояние, мою душу. Он достаточно романтичный и великолепный. Все самое интересное о моде для программы Fashion is our profession. До новых встреч! Дорогие друзья, а наша программа подошла к концу. Впереди нас ждет увлекательное лето, а это совсем уже другая история, потому что лето – это маленькая жизнь. До встречи на следующей неделе. Приглашаю вас 31 мая принять участие в нашем фестивале «Золотой аист». Мода, кино, музыка. В программе мероприятия «Красная дорожка», фуршет, модные показы, но самое главное – показ шортс, фильмов о белорусской моде. Это специальная коллекция, которую я вам приготовила. Звездные гости фестиваля – греко-итальянский скульптор Лиза Сатилис, а также певица и актриса Донна Луна Венеция. В завершении вечера всех ждет просмотр фильма «Парфюмер». Почувствуй себя звездой вместе с нами. 31 мая, кинотеатр «Пионер».Проведи лучшие моменты жизни в спа-центре отеля «Виктория». Бассейн, финская сауна, хамам. Косметические процедуры, спа-уходы за лицом и телом, маникюр, педикюр, модные стрижки, окраски, лазерная эпиляция, профессиональный массаж, стоун-терапия, солярий. Побалуй себя и получи гамму приятных ощущений. Спа-центр отеля «Виктория».